Британи, ты знаешь, почему именно в этой части города прогремели мелкие взрывы? Не знаю, Алекс. Есть догадки? Нет. А у меня есть одна версия. Говорят, что в этом доме живет потомок Дарта Вейдера. Надо осмотреть, что это за здание. Пойдем, Алекс. Стой. Нужно быть крайне осторожным. Там все чисто. Давай проверим, что здесь. Включи. Здесь чисто. Идем смотреть дальше. Чисто. Остается последний кабинет. Чисто. Странно. Здание большое, но пустое. Можешь не бояться безопасности. Нельзя так говорить. Мы не проверили еще два помещения. Слышишь? Да. Так, так, так. Кто это тут у нас? Алекс, беги! Я не могу, моя нога. Зачем ты здесь? Я услышала взрывы и пришла на место преступления вместе с моей напарницей Алекс. Хорошо, тогда выпей этот напиток. Развяжи мне сначала руки. Что это? Это чай. О, я как раз устала, спасибо. Я знаю, где Алекс. Пойдем, ты мне покажешь.